Хотел купить подержанные запчасти для трактора МТЗ через Авито. 38-летний житель Сосновского района оказался жертвой мошенника. Пострадавший перевел на карту злоумышленника через мобильное приложение предоплату в размере 7 тысяч рублей. Мне позвонил человек с Рязани, перевел мне деньги на запчасти. Все, я симку выключил. Свою вину признаю, раскаиваюсь. Чтобы запутать пострадавшего, он указал реквизиты банковской карты своей знакомой. Но полицейские обошли уловки мошенника. Злоумышленником оказался 37-летний житель Челябинской области. Преступление раскрыли по горячим следам. Выяснилось, что челябинец ранее был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время суд в Ставропольском крае рассматривает уголовное дело по обвинению этого мужчины в совершении аналогичного мошенничества, совершенного под предлогом продажи через интернет нескольких комплектов тракторных запчастей на сумму 100 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. У МВД России по Рязанской области предупреждает: будьте бдительны и осторожны. Объявление в сети интернет может использоваться мошенником для получения от вас данных карты или привязки карты к мобильному телефону мошенника. Если вы стали жертвой злоумышленника, сразу позвоните в полицию по домашнему телефону 02 или мобильному 102-112. Галина Кудряшова, телекомпания «Город».